партнер Вячеслав Лопатин и артистки Большого театра покажут отрывок из балета «Капелия». «Капелия» в хореографии Сергея Вихарева. Это такой эксклюзив Большого театра. Мы привезли небольшой отрывок, но в целом он выглядит очень торжественно, и мы открываем этим номером гал-концерт «Дансол» на сегодня в Александринском театре. Безусловно, это современный фестиваль, и все новое, свежее, что происходит в мире балета за год, как правило, представляется здесь, на сцене Александринки, и можно увидеть и артистов из разных театров, разные современные, свежие номера, постановки, отрывки из балетов. Это всегда интересно, всегда любопытно. Я Евгения Образцова, и это «Дансол».